Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарана Дайам Гопи Джано Самаюктам Бинда Банам Манухарам Ванчакалпатарувашакипасиндубевача Патитананг Пабанибхавишнабебхьо Намо Намаха Мукангкароти Вачаланг Пангунланг Хайтагирим Яткипатамаханг Банде Парамананда Мадавам Бриндавай Тулсидеббай Пиявай Кесавасача Шна Бхакти Паде Деви Сатта Ваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Наранчайва Нараттама Девин Сарасватин Вясам Тато Яйо Мудире Санкиртане Кришна Катхо Падеш Гаурия Патрашо Прукасане Ча Садану Ракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамадакша Джагодарана Дхейям Сада Парибхавагнам Авиштадухам Тетас Падам Сива Веринчанутам Сараньям Питатвихам Панатабаль Бхавадибутам Банде Махапурушате Чаруна Арвиндам Ятпада Паллавана Качандам Ничатая Бисфуриджи, Тагама Пигабодуш Вадарши, Пурнану Рагара Сасагара Сарамуртихи, Сарадхикамай Кадакивам Кароси, Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда, Сиаддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда, Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда, Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Аджану ламбита бхужау канака бодату Шанкиртаной кабитару камала ятакшо Вишамбару диджавару йогадхарма пало Банде джагат приякару Каруна бхатхару Харе Кришна, Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе. Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Гандито Дивья Рупам Бхуктинча Муктинча Дада Синитам Бхавану Рупенна Сада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Вибуши Табам Бхагам Нараяно Прияманангу Мада Пхарам Баранаси Пурапати Бхаджавишанатам Вагиша Джошва Бадане Лакшми Джошва Чабакшаши Джасьястихиде Самбихи Пам Нишинга Махам Бхаджи Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе. Джешамса Иша Бхагавана Дайоид Ананта
sarvatmana asrita padam yadi nirvalikam tedustaram atitaranti cha deva mayam na mamahumiti sa sigal bhakshe jesham sa esho bhagavan dayoed ananta sarvatmana asrita padam yadi nirvalikam tedustaram atitaranti cha deva mayam na mamahumiti sa sigal bhakshe Gaudiya Goshtipati Gaudiya Goshtipati Шришрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами такой Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал Парамахамса Джагадгуру told that so long as we are in connection with до тех пор пока мы связаны с Анантадевом then there is no problem у нас не может возникнуть проблем но как только мы потеряем этот контакт, потеряем связь, на нас обрушатся различные проблемы, неудовлетворенность, и мы не будем испытывать умиротворение, будем несчастны. Шрила Прабхупада сказал, что пока мы находимся в связи с Анантадевом, не будет никаких беспокойств. Но как только мы прервем нашу связь с Анантадевом, у нас появятся различные проблемы, неудовлетворенность. Мы начнем бегать тут и там, стремясь заработать лабху, пуджу, пратиштху. И у нас не будет желания совершать служение. Мы будем испытывать отвращение гуру и вайшнавам. Шрила Прабхупада говорит, что Баларам, Бхагаван, Анантадев нисходит в этот мир для того, чтобы освободить нас. Он принимает форму гуру и вайшнавов. Сам Балдауджи Махарадж, Анантадев, Кандагуру Татва, нисходит в этот мир для того, чтобы освободить обусловленные души. Принимая форму различных гуру и вайшнавов. Гуру вайшнавы пытаются спасти нас. Освободить из материального мира. Иногда у них это получается, иногда нет. Но дело не в том, дело не в них, дело в том, что осквернено мое сердце. Оно осквернено лицемерием, капат бхавой. Именно поэтому я не могу извлечь благо из общения с гуру и вайшнавами. Но в шастрах сказано, каждую секунду общение с вайшнавом бесценно, оно дарует высшее благо. Но этого не происходит в нашем случае, поскольку мы капат, мы лицемеры. Нитай чарон шатто таро севак нитто. Нитай чарон is the eternal truth. Нитай чаран — это высшая истина. And those eternal persons of Nityananda Prabhu. Вечные спутники Нитянанды, наша Гуру Варга, пребывают у лотосных стоп Нитянанды. Нитай чарон шатто таро севак нитто. Those севак
Севаки наши гуруварги, точнее, наша гуруварга вечно пребывает в духовном мире у лотосных стоп Нитьянанды. Но мы этого не понимаем. Прабхупад сказал, мы хотим или не хотим обрести стопы гуру и вайшнавов. Действительно ли мы хотим достичь их лотосные стопы? Бхагаван посылает нам различные проблемы, погружает нас в опасные ситуации, в ужасные ситуации, для того, чтобы проверить нас, действительно ли мы хотим достичь их лотосной стопы, лишимся ли мы терпения, смирения. Bhagavan sending in front of us different kind of eventualities, different kind of fearful situation. Различные препятствия, ужасные ситуации возникают в нашей жизни, поскольку Бхагаван посылает их для того, чтобы проверить нас. Но для гуру и вайшнавов нет ничего нестерпимого, поскольку они могут вынести все, что угодно. Именно поэтому мы поем в киртане. Любые проблемы, с которыми я могу столкнуться в процессе своего служения, я приму с большим счастьем. Я встречу их с большим счастьем. Ради служения твоим лотосным стопам я готов столкнуться с самыми разными проблемами. Вы можете вспомнить лилы все наши гуруварги, Шилы Бхактина Такура, Шилы Прабхупады, Мадхава Госвами Махараджа. Мы хорошо знаем описание их жизни, историю их жизни. Прабхупад каждого занимал служением. Прабхупад не позволял отдыхать. Это была его особая техника. Он спрашивал, какое служение тебе нравится, и занимал в этом русле. Потому что если я устаю от севы, к примеру, я служил Гуру и Вайшнавам, а затем почувствовал усталость и решил отдохнуть от нее. Отдохнуть от служения. С мыслями, я уже столько служения совершил, что теперь время отдыхать. Это на самом деле не что иное, как падение. Как только подобное настроение придет в наше сердце, мысль о том, что уже достаточно служения, время отдыхать. Другим словом, стать пенсионером, так как это случается с служащими, которые уходят в отставку. В нашей линии Гауди Вайшнавов преданные никогда не стремятся отдыхать. Они хотят беспрерывно совершать служение, поскольку как только я прекращу совершать служение, в этот момент майя набросится на меня, поскольку она
постоянно ищет трещину, через которую может просочиться в нашу жизнь и окутать нас. Есть одна история, которая описана в Пуранах, которая действительно произошла. Она описана в Падма Пуране. Одна богиня, змей. Захотела прийти в материальный мир. Она не зашла сюда, но никто не знал, кто она такая. В то время жил один богатый землевладелец. Она пришла к нему во сне и сказала: «Я хочу, чтобы ты начал служить мне у всех на глазах, чтобы, вдохновившись тобой, все также начали поклоняться мне. А я взамен благословлю тебя богатством. Просто начни прославлять меня так, чтобы все вдохновились служить мне. Ты очень знаменитая личность, и если ты начнешь поклоняться мне, все станут поклоняться мне». Но этот человек был преданным Шанкар Бхагавана. Он совершенно не был готов поклоняться этой богине-змей. И как результат, в результате, она, после того, как он отказался, она разгневалась. Она сказала: «Я отомщу тебе и лишу тебя всего». Этот человек, у этого человека был всего один сын, и он настало время женить его. Она сказала, что в первую же брачную ночь я приду к ним как змея и укушу их. И твоему сыну придется умереть. Им пришлось сделать в окружении этого места озеро. Как в Махабхарате описана история о том, как у человека постоянно умирали сыновья. Арджуна, наблюдая за страданиями этого человека, сказал, что «Я помогу тебе, я спасу твоих сыновей». Но у него ничего не вышло. Это большая история. Арджуна решил построить комнату, в которую никто не могла бы проникнуть змея. Одним ударом стрелы он смог создать эту комнату, но даже это не помогло. Он не смог спасти
новорожденного сына этого человека. Затем этот этот человек, кому пришла во сне змея, построил комнату без единой щели. Такова была задумка. Но когда плотник заканчивал эту комнату, эта богиня, змей, пришла к нему и сказала, заставила его сделать щель, через которую она спокойно смогла проникнуть в комнату сына этого человека. И смысл этой истории в том, что майя всегда найдет способ проникнуть в нашу жизнь. Она ищет, постоянно ищет возможность завладеть нами. Но тот, кто обрел полную милость Анантадева, тот, кто избавился от лицемерия и принял прибежище Гуру и Вайшнавов, телом, умом и речью полностью предался. Анантадев благословит такого преданного и спасет его от любых опасностей. Этот преданный, у этого преданного не должно быть лицемерия. Он должен предаться телом, умом и речью. Когда мы предадимся телом, умом и речью, это говорит о том, что мы избавимся от лицемерия. И в таком случае Анантадев благословит, и мы сможем осознать, что весь материальный мир временен, что в любой момент я могу покинуть этот мир и ничего не смогу забрать с собой. Те, кто обрели полную милость Анантадева, такие личности смогут преодолеть, перебраться через океан майя. Сам Бхагаван говорит, что это практически невозможно, но могут сделать лишь те, кто полностью предались. Это практически невозможно. Бхагаван говорит, никто не может преодолеть мою майю. Лишь те, кто предались. Лишь те, кто приняли прибежище у моих лотосных стоп. А что это значит? Это значит у лотосных стоп Гуру и Вайшнавов. Ведь никто напрямую не может принять прибежище самого Господа. Ведь мы не знаем его.
то, что мы не видели, тот, кого мы не видели, то, что мы никогда не чувствовали, как можно прийти в контакт, в непосредственный контакт с этим объектом? Да, возможно, это абсолют. Но я, то, что я не могу ни видеть, ни чувствовать. Невозможно понять ценность этого. А мы не понимаем ценность баджана. Люди день и ночь тратят на зарабатывание денег, потому что они понимают ценность, их ценность, но у них нет времени на служение гуру и вайшнавам. У них есть время есть, спать, копаться в телефоне, но нет времени служить гуру и вайшнавам. If somebody is taking center of Bhagavan, means they are surely taking center of Bhagavan, a Guru Vaishnava. Because without taking center of Bhagavan, кто прибежище лотосных стоп Бхагавана, несомненно, приняли прибежище у лотосных стоп вайшнавов. Поскольку, не сделав это, они не смогли бы достичь лотосных стоп Бхагавана. Даже вы сейчас в обусловленном состоянии, молитесь Бхагавану, но эти молитвы не достигнут его, потому что ваша молитва материальная. Вы возносите их благодаря материальному звуку, а Бхагаван является апракрита, трансцендентным. Таким образом, материальный звук из наших уст не может достичь трансцендентного плана, на котором находится Бхагаван. Именно поэтому нам необходимо принять прибежище гуру и вайшнавов. Ведь другого пути нет. Даже в киртане говорится: I can pray unto the lotus feet of Guru Vaishnava. Guru Vaishnava can pray for me. Я буду молиться лотосным стопам Гуру Вайшнавов, а они, в свою очередь, помолятся за меня. Помолятся за меня Бхагавану, потому что у них есть связь с ним, а у нас нет. Мы можем обрести связь с ним лишь через гуру и вайшнавов. Как я уже говорил, гуру и вайшнавы — это прозрачная среда, при помощи которой мы можем видеть все, как оно есть. Если вы сами бросите вызов и захотите своими собственными глазами увидеть трансцендентный путь, трансцендентный мир, у вас ничего не выйдет. Поскольку для того, чтобы сделать это, существует определенный процесс, процесс предания гуру и вайшнавам. Именно поэтому Вриндаван Дас Такур прославляет Нитьянанду Прабху. Нитьянанда Прабху — это высший авторитет среди преданных. И все, что мы можем увидеть в этом материальном мире, то, что мы не можем увидеть, все это проявление Баларама. Даже в трансцендентном мире, в Дхаме, все, что мы видим там, и все, что, точнее, все, что мы видим здесь, и все, что мы не видим в трансцендентном мире, поскольку не способны, все это представляет собой Нитьянанда. Нитьянанда в переводе означает
бесконечный, Анантадев. Как я уже много раз говорил, если мы утратим связь с Анантадевом, если мы не пригласили в свое сердце Анантадева, другими словами, гуру, гуру вайшнавов, нет смысла и ожидать того, что придет Бхагаван. Он не придет ни во сне, ни наяву, потому что для него нет места. Если мы были бы 50, если бы мы были очень высокими, огромными, как бы мы поместились в этой комнате? Если бы вы почитали Махабхагават, то я не советую читать вам ее. Прабхупад говорит, что не стоит этого делать, поскольку появится много противоречивых мыслей в голове, поэтому Прабхупад не советует делать этого. Так вот, Мучукунда, который описывается там, был очень огромного размера, и он, а остальные люди по сравнению с ним крошечными. Поэтому Панчапандавы в Двапара-йоге были очень крупными по сравнению с нами. А еще раньше, в Сати-йоге, люди были очень-очень высокие. Теперь очень маленькие. Так вот, они не смогли бы жить в наших домах. У них были огромные дворцы. Юдхиштхир Махарадж был огромным. Если вы хотите пригласить в свое сердце Бхагавана, но ваше сердце маленькое, к тому же грязное, он не сможет поместиться там. Он не услышит вашего приглашения. Если вы сосредоточены на «я» и «моё», вы никак не можете выйти за пределы этих концепций и пригласить в своё сердце Бхагавана. И нет смысла ожидать, что Бхагаван придет в сердце сам по себе, поскольку лишь если там присутствует Анантадев, Бхагаван может прийти. Хотя Бхагаван принимает ограниченную форму, принимает тело, подобное как всех людей, на самом деле он безграничен. Итак, Шрила Вриндаван Дас Такур, последний ученик. Нитьянанда Баларама. И день за днем мы будем читать о служении Баладауджи Махараджа, о том, как сколько различных путей служения у Нитьянанды, как по-разному он совершает служение Кришне. Even
don't understand that, but I mean, jiv tattva. Jiv tattva, you can remember, at during corona period I discard, long discard. Вспомните о том, как мы говорили о джива таттве. Джива делится на две категории. Нитья ситхи и нитья бадха дживы. То есть вечно освобожденные и вечно обусловленные. Те дживы, которые вечно пребывают в духовном мире, служат Бхагавану. Они ничего не знают о майе, иллюзии. Но души обусловленные нитья бадха, при помощи милости гуру и вайшнавов могут пересечь океан Майи и также прийти в трансцендентный мир. Но так или иначе, все дживы исходят из Баладауджи Махараджа. Таким образом, как образуется это творение? Я уже говорил об этом. Баладжи Махарадж играет с Кришной во Вриндаване. Баладжи представляет собой изначальную Санкаршана Татву, Мула Татву. И Санкаршан, который входит в четверку Анирудха, Санкаршан Прадьюмна, исходит из изначального Санкаршана. Затем находится, за ним находится Шветадвип. Там же Галокадхама Вриндавана, и Галокадхама делится на три части. Вриндаван находится на Галока Вриндавана. Далее находится мир Вайкунтхи. Там же четыре четурвьюхи, четурвьюха. А далее Махавишну. В Брахма Самхите говорится, что Махавишну из каждой поры на его теле извлекает бесчисленные брахманды. В каждой поре находятся бесчисленные миры, бесчисленные брахманды. Так как же постичь непостижимого Бхагавана? Прежде всего, попытайтесь изменить себя, исправить себя, и вы обретете милость Анантадева. Брахма Самхите сказано, Vishnu Mahan Vishnu, each trip of here, there is infinity Brahmanda,
Также говорится, что Махавишну входит в каждую браманду, которая изошла из его пор, как Гарба, так Ашая Вишну. And from the navel stem, and from the navel stem of that Garbhoda Gosai, is one lotus. Garbhoda Gosai Vishnu is. That I told many times in Bhagavad discourse, previous. Растет прекрасный лотос. Мы об этом говорили в прошлом Пурушоттама Врата. Именно на нем появился Брахма, который не понимал, кто он, где он. И в этом мире также присутствует Гарбхода Кашая Вишну. Точно так же все миры населены дживами. И там же Бхагаван принимает форму Кширада Кашая Вишну. Попытайтесь осознать мощь Нитьянанда Таттвы. Кширада Кашая Вишну пребывает в сердце каждого живого существа, как параматма, сверхдуша. Бхагаван в вас, он сидит, он находится внутри вас, но вы слепые и не видите этого. Иногда вы испытываете гнев, иногда счастье. Бхагаван наблюдает за вами, что стоит за этим, каковы ваши мотивы. Так, Кширада Кашая Вишна находится в нашем сердце, как параматма, сверхдуша. Из Гарбхода Кашая Вишну исходят бесчисленные аватары Бхагавана. Вы представляете мощь? Мы крошечные дживы. Но настолько гордые. Гордость наша безгранична. Можно сдуть нас небольшим дуновением. Но у нас такое огромное эго. Это говорит о том, что мы находимся в обусловленном состоянии. Но как только мы осознаем, что мы являемся слугами Бхагавана, гуру и вайшнавов, мы освободимся от этого ложного эго. Баларам проявляется в различнейших формах, к примеру, симхасана или брахманический шнур, или корона, которая украшает божество, или подушка, на которой отдыхает Бхагаван, дхама — все это проявление Нитьянанды. Зонтик, который держит в руках Господь, или который возвышается над божеством, все это проявление Нитьянанды. Он служит различными способами, но так и не находит удовлетворения в служении. Несмотря на то, что он уже бесчисленными путями служит Бхагавану, своему Прабху, он не находит удовлетворения. Он хочет служить еще и еще. Кто дал мне служение? Просто взгляните на мою жизнь.
У меня было желание совершать определенное служение, но не было средств для этого. Но спустя какое-то время, по милости великих вайшнавов, таких как Шрила Санта, Госвами Махарадж Гири, Госвами Махарадж, Шрила Сагар, Госвами Махарадж, Бон Баба, Тиртха Госвами Махарадж, Шрила Бхакти Гамбарати, Госвами Махарадж, Наянананда Баба, все они, я не знаю почему, захотели занять меня служением. Я знаю, что вам это не кажется правдоподобным. Но так или иначе, один преданный жил раньше в храме в Майпуре, затем он жил в Пуре и во Вриндаване. Так вот, он... Мы часто ходили с этим преданным в различные храмы, в священные места, во Вриндаване, в Пуре. И однажды мы пошли в Чатак Парват. Знаете, где это? Вы же были в Пуре. Что, не знаете Чатак Парват? Чатак Парват — это Говардхан, который находится поблизости к Тота Гопинатху. Там небольшие холмы из песка, не из камней. И Махапрабху видел в этих холмах холм Говардхана. Я пришел туда, предложил поклоны, обошел Баджанку Тиршила Прабхупады. Там, на Чатак Парвате, на вершине холма, находится Баджанку Тиршила Прабхупады. Я 4 раза обошел его Баджанку Тир и встретился с Бабаджи Махараджем, который является учеником Госвами Махараджа и уже в преклонном возрасте. Он совершал там намабаджан. Возможно, по 3 лакха харинамба читал. Я встретился с ним, предложил ему поклоны, затем я спустился с Чатак Парвата и пошел в Пурушоттам Матх. Вы знаете этот матх? Сейчас им управляет Бхагбазар, Гаудия Матх. Храм открыл Прабхупад. И вот этот старый, пожилой Бабаджи Махарадж побежал вслед за мной. В руках у него была мала Прабхупады. Он уже был в преклонном возрасте, но побежал за мной по ступенькам с холма. А я уже практически выходил из ворот, а он кричал: «Подожди, подожди». Подошел ко мне и... гирлянду, принес гирлянду с Прабхупадой и надел на меня. И благословил и сказал: «Проповедуй, говори Харикатху». Я был поражен. Я никогда его прежде не видел. Я слышал о нем, но мы никогда не общались, и для меня это было поразительно. Также Шрила Санта Госвами Махарадж наказал мне совершать севу, защищая наше сампрадая. В то время я находился на Сурья Кунде и чувствовал себя несчастным, поскольку мне не хватало служения. Хотя я совершал определенное служение, но мне этого не было достаточно. И Санта Госвами Махарадж неожиданно послал мне письмо. В котором очень ясно написал: «Ты должен служить сампрадая.
Но я был, я очень незначительная личность, что я могу? Но и даже Бхарати Госвами Махарадж сказал, Бхагаван хочет, чтобы ты совершал это служение. Бесстрашно выступать против ложных заключений, ложной сиддханты, которую публикуют. Прабхупад сказал, что обязанностью ачарьи является защищать интересы сампрадая, то есть охранять подлинность Сиддханта Вичара. Так вот, даже друзья Кришны являются экспансией Баларама. Веер, которым омахивают Кришну, также является Балдауджи Махараджем. Анантадев служит бесчисленными способами, но никак не обретет удовлетворение. Балададжи Махарадж, который является Аканда Гуру Татвой, изначальной Гуру Татвой. Почему его называют Анантадев? Можно же было использовать какое-то другое имя. Но он является Ананта, и никакое другое имя не соответствовало бы ему. Великие пандиты называют его именно так, называют его Анантой, потому что он служит Бхагавану бесчисленными способами. И так как Баладжи Махарадж является, хотя он является гуру татвой, также он представляет собой Бхагавата татву. Первая экспансия Бхагавана — это Баларам. Первая экспансия Гауранги Махапрабху — это Нитьянанда. И Прабхупад говорит, несмотря на то, что мы знаем, что Баладжи Махарадж является изначальной гуру татвой, нельзя забывать о том, что он также является Бхагавата татвой. Такое возможно лишь в случае с Баларамой. Одновременно он представляет собой как Бхагавата татву, так и Сева татву. То есть Севья татву и Севака татву. Даже Гаруда Бхагаван, который летает быстрее нашего ума. Гуру Бхагаван is coming from Анантадев.
Анантамса, Гуру Бхагаван. And the Ohinda Sajja, Ohinda means in the bed of Anantadev. You can remember, Anantadev Bhagavan sleeping, that is also Anantadev. Так вот, Гаруда, никто иной, как Анантадев. Анантадев принимает форму Шешанага. И держит на себе землю, Гималаи, океан, все находится, покоится на голове Бхагавана Шеша. Но держа на себе огромный мир, он думает, что на его голове горчичная семечка. Крошечная горчичная семечка. Каждый поклоняется Анантадеву, даже Кришна. А сам Кришна поклоняется Баларама. Если вы хотите обрести каплю, частицу бхакти, вам необходимо обратиться к Анантадеву. Своими собственными усилиями бхакти не обрести. Ему поклоняется сам Кришна. Его также зовут Сахасрабадам. Знаете эту мантру? Сахасья здесь означает не тысяча. This means Bhagavan is going to sahasra hand and leg everything, not that. In the commentary of this what is called, that is Purusha Sukta mantra. В комментариях к Пуруша Сукта мантре. Here sahasra Vishnu sahasraman Jiva Goswami also write. Джива Госвамипад также написал комментарии. Там говорится, сахасра не означает тысяча. Here the sahasra, this term, is used for ananta infinite, not 1,000. But you cannot understand. So, sahasra badan prabhu bhakti rasamaya. Full of bhakti. He is a full controller of devotional world. The supreme authority. Adidev. Mahayogi Ishwar Vaishnav Mahimar Ananta Iha Najanesa. И главный среди преданных. Nobody can calculate. Nobody can calculate. Ishwar Vaishnav. So in the form of Adudev, Mahayogi, Ishwar Vaishnav, in different form Bhagavan. Mahimar Ananta Iha. Nobody can go up to the end point of his glory.
Никто не может полностью прославить Анантадева, поскольку слава его безгранична. Здесь говорится о... описывается настроение служения Баларама. А затем Вриндаван Дас Такур Махашай говорит: «Я так долго описывал настроение служения Баларама». Но теперь я хотел бы поговорить о его божественной природе. Вриндаван Дас Такур начинает прославлять его божественное начало. Он пребывает даже на Патале. Вы знаете, что это такое? Существует семь миров выше нашего, нашей планеты и семь миров ниже, семь планет. Адские планеты. На Сутале находится Бали Махарадж. Но наслаждается он там еще. Еще больше наслаждается, чем полубоги на райских планетах. Now, see Narad Gosai, now from Bhagavad Gita Mahapuran, now from see Bhagavad Gita Mahapuran, Vrindavan Das Thakur Mahasaya. Теперь Вриндаван Дас Такур приводит шлоки из Шримад Бхагаватам для того, чтобы прославить Балараму. Про служение мы уже поговорили, как бесчисленными способами Баларама служит Бхагавану. Нет конца разнообразию его служения. Нарада Махарадж, который всегда ходит со своим музыкальным инструментом, постоянно прославляет Ананта Дева. Время от времени Гандхарв приглашает на планету Брахма. В этой Брахманде планета Брахма самая высшая. И время от времени он приглашает Нараджи Махараджи, который поет, прославляя Балараму. А Брахмаджи слушает. Нарада Госвами Пад со своим музыкальным инструментом посещает собрания Брахмы, в которых каждый прославляет
Баларама. Сейчас я прочту шлоки, как Нарада прославляет Балараму, а затем мы уже в следующий раз прочтем их значение. Бхагавад Махапурана, пятая песня, 25 глава. Утпатти стхити лайо хетаво ашвакалпа сатьядьяха пракрити гуна яд икшаясана яд рупам дхрувам акритам ядикаматма матман нанадхат катхам мухам бедо тасшубатмо муртимна муртимна пуру крипая бхавар сатьям саншудьям садасад Садасад идам бивати ятру яд лилам мригапати радади радади анавадьям мадату саджано манансу дару вирджо джаньям сруто ману киртайет джаньям Сруто ману киртает, акасмад арту ба йоди патитаха, прадам банат ба хантви ахам шапади, ненам ашешам аньям, кван шешад бхагавату асраид мамукшу. All срока, I can explain next week, not this week. Я объясню в следующий раз. На этом мы остановимся. Прабхупад в комментариях пишет, приводя различные шлоки из шастр. Но мамахамит дхи шо сигал бхакше. This body, some jackal or dog can eat up. Наступит день, когда это тело съедят шакалы или собаки. Это может произойти в любой момент, если вы останетесь ночью на берегу Ганги. Придут шакалы и съедят вас. Таково наше тело, оно состоит из плоти. В Бхагаватам есть шлока, с которой сегодня я начал, с этой шлоки. Собаки, шакалы, лисы питаются плотью. 25 лет назад я жил около Шри Бхактивинодасаны, и один преданный рассказал, как вчера один пьяница уснул на берегу Сарасвати. Наступала ночь, он не вставал, люди будили его, иди домой. Но он так напился, что не мог даже подняться. Люди пытались его разбудить и отправить домой, но он не позволял им. И утром, на утро был один скелет. Шакалы его съели. И также тут, в Гадроме, около Бхактивинода Такура, около дома Бхактивинода Такура, был построен дом, и в одной комнате жил сам хозяин, а во второй
То есть он рассказывал о том, что туда приходят духи. Однажды он сел повторять аник, и туда пришли в сад. Он сидел на веранде, а они пришли, четверо, пятеро шакалов пришли туда и тоже и хотели съесть его, но он взял палку и отогнал их. Когда много шакалов, уже ничего не можете поделать. Существует очень много историй, много случаев, когда шакалы нападали и съедали. Поэтому, хоть мы и стараемся всячески защитить, обезопасить свое тело, но это невозможно, потому что оно смертно, и шакалы, собаки могут легко устроить пир, который будет состоять из нашего тела. Поэтому нам нечем гордиться. Те, кто очень-очень удачливы, имеют возможность прийти в Дхаму, приехать в Дхаму и остаться здесь.